Фильм телеканала «Сургут-24» «Антракт» стал финалистом всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион». Работа, напомним, приурочена к федеральной благотворительной акции «Химия была, но мы расстались», посвященной поддержке женщин, которые заболели онкологией. В нашем фильме истории четырех героинь, которые победили рак. Они рассказывают, через что им пришлось пройти, прежде чем они услышали заветные слова от врачей. Они рассказывают о собственных психологических проблемах, о реакции общества на онкологию, о предательстве, о силе, которую приобрели благодаря обстоятельствам. В проекте также можно познакомиться с мнениями и рабочими случаями практикующих онкологов, для которых борьба со злокачественными клетками – это ежедневный труд. Фильм «Антракт» вошел в тройку лучших работ по всей стране в специальной номинации «Телевидение и жизнь». Победители всероссийского конкурса станут известны в конце ноября. Отмечу, что в этом году участие в ТЭФИ-регион принимало 501 работа в 18 номинациях. В жюри – профессионалы, которые работают на Первом канале, ВГТРК, НТВ, Russia Today, известные журналисты, телеведущие, члены Академии российского телевидения. Добавлю, что фильм «Антракт» можно посмотреть на YouTube-канале «Сургут-24» в плейлисте «Химия была, но мы расстались». Вот который раз при просмотре этих фрагментов у меня выступают слезы. Я еле сдерживаю себя. Спасибо вам огромное за это. Вы невероятные.